Всем привет! Предлагаю вам вместе со мной начать прохождение игры под названием Life Strange 2, первый эпизод. В самом начале игры нас спрашивают, играли ли мы в первую Life is Strange и какой был наш последний выбор, принести Аркадию Б в жертву или нет. Для тех, кто не в курсе, поясню. В самом конце пятого эпизода первой части игры перед нами ставят выбор, пожертвовать своей лучшей подругой и спасти небольшой городок, или же принести в жертву город и сохранить жизнь своей подруги. Нравственные и этические стороны данного выбора каждый формирует для себя. Но не надо забывать, что это все-таки игра, и неизвестно, как мы можем повести себя в реальной жизни, если перед нами действительно встанет такой выбор. Что же касается этой игры, то я не знаю, как это отразится на подаче сюжета. Будет ли наш выбор иметь какое-то кардинальное значение, пока неизвестно. Но я думаю, мы это увидим. Ладно. Вы, наверное, уже устали от моей болтовни. Пора начинать. 306, сможете подъехать? Прием. 240-й отбой, простите. Ложная тревога, ЧП в районе Магнолии. Загляни в пекарню на пост LA. Спасибо, 303-й, понял. Диспетчер, проверьте номер знака этого автомобиля. Твою мать. Офицер Мэттьюс, у нас тут драка. Дом 1452 по Льюис-авеню. Прошу снаряд. Вас понял. Всем нарядом при... А все ранен. Срочно отправляйте подмогу. 306. Высылайте наряд. Возможно... Нам нужна помощь, повторяю, нам нужна помощь. Интересно, интро. Завязочка прям такая, да? Увидимся вечером. Не опаздывайте, лузеры. Ну, выкладывай новости. Джен тебе уже ответил? Нет. Я уверен, что она рано или поздно ответит. Дай-ка оценю масштаб бедствия. Эй, Джен, ты идешь сегодня на вечеринку? Чувак, мы уже говорили об этом. Ты совсем подкатывать не умеешь? Я не спец по этим делам. Может... Йоу, Джен, увидимся на пати? Черкани, если хочешь, чтобы я взял наручники. Господи, тебе же совсем не имеется. Давай-ка. Ведьма Люми Лайла сейчас покажет свою магию. Ладно. Только не стой меня плохим. Я же простая сваха, так что куда не обещаю. Погоди, дай сперва глянуть, что ты написала. Поздняк. Будет очень круто тебя увидеть. Чё? Да я бы сам такой написал. Начало хорошее. Она ответит, вот увидишь.
Знаешь, я даже не знаю, идти мне туда или нет. Ой, брось. Там будет круто. Ты просто ненавидишь вечеринки. Это потому что они все одинаковые. Толпа народа, адский грохот, все в стельку бухие. Да, Шон, ты только что описал вечеринку. Ну? Я сгораю от любопытства. Это папа. Спрашивает, приду ли я домой после школы. Господи, мне же не 10 лет. Она просто волнуется тебя, Шон. В общем, радуйся, что твой отец заботится о тебе. О, это Джен. Пишет, что ей не терпится увидеть нас на вечеринке. Что? Правда? Да. Я же сказала, моя магия тебе поможет. Так. Что посоветуешь надеть вечером? Резинку. Ты явно не заявила на уроках полового просвещения. Эй, любовнички. Что, выписывались уже в психушке? Заткнись нахер, козел. Черт, твой сосед настоящий мудил. Ага. Как всегда в своем репертуаре. Рано или поздно мы поставим диван у тебя. Эй, осторожно. В прошлый раз папа меня чуть не застукал. Потому что ты был один? Он меня обожает. Ну так что, будешь Сигу? Не, может на тусовке. Другам вообще нельзя курить, между прочим. Но-но. К слову о травке, я ее сегодня пригоню. Что нам еще нужно? Эрик сказал, что его предки не держат продукты в этом домике, так что составим сами список для вечеринки. Эй, ты чего творишь? Не дергайся, ты мой человек-блокнот. Во-первых, нужны деньги на покупки, ковчик, чипсы с соусом, газировка и все такое. Надеюсь, это потом смоется. И, конечно же, нельзя забывать про бухло. Я, наверное, смогу умыкнуть упаковку у папы, если там будет много. Ты не подумал, что можно просто отправить мне сообщение? А, точно. Пледы. Сегодня ночью будет очень холодно. Вам, Джен, нужно что-то, по чем вы будете обжиматься. Ага, и еще кое-что. Хватит. У тебя место кончилось. Учитель Даниэля будет то гордилась. А, сказала художника слово худо. Смотри, не засни сегодня, а то я ведь еще что могу нарисовать. Сейчас тебе. Да уж, странные самолеты. Они, конечно, сдолбали, но я буду по ним скучать, если куда-нибудь перееду. Жизнь меняется так быстро. Я иногда как подумаю, что потом с школы, так сразу сопли и слезы. Останешь ли ты моим лучшим другом? Станет ли когда-нибудь жизнь лучше, чем в доме 1451? Так, что же нам выбрать? Конечно же, мы будем друзьями. Ага. Мы же друзья навеки, да, но что будет, если мы поступим в разные колледжи? Или если тебя задолбаю? Фиг знает. Ты в курсе, что есть интернет? Никакие расстояния нас не разлучат. Мы же с тобой крутые бойцы. Да, ты прав. И всегда будем крутыми бойцами. Так, дело уже к вечеру, а я еще не решила, что надену на вечеринку. Звякни мне по скайпу. Обнялись, скоро созвонимся. Да начнется пятничный вечер.
Как вовремя. Ты там мне и нужен, сынок. Ага. Только я немного занят. Ты Лайл увидел? Она сказала, что мы ослещели и можем сходить в кино. Она сказала, чувак, достай ее. Она ты, кстати, не совсем. Тебе повезло, что она тебя терпит. Блин, ну спасибо, пап. Какая трогательная забота. Не благодари. А сейчас нам нужен беспристрастный судья, которым будешь ты. Серьезно? Эй! Так нечестно. Суд идет. Судья Диас рассматривает дело о последнем шок о хрусте. У меня много дел. Подготовка к вечеринке и все такое. Поэтому, если хотите попасть на вечеринку и все такое, придется вам поработать. Ваша честь. Вот жопа. Эй, он ругнулся. Да, я слышал, я беда. Прошу вас, судья Диас, покажите пример коллегам и обществу, а потом пройдете зависать, тусоваться и все такое. Итак, кто заслужил право съесть этот последний шокохруст? Ваш чудесный младший брат, который съедает по 10? Или ваш бедный, несчастный отец, который горбатится над раскаленными двигателями, чтобы у детей был дом и гараж? Я-я-я, ну уже, судья. Пусть он сам решит. Судья, огласите ваш вердикт, пожалуйста. Чё, кому отдадим шоколадку? Я сам схавал. What? No fair. Dad. What is this? My own flesh and blood tosses me under the bus. He sucks. Он плохой. Okay. Ладно. Back to work. Пойду работать. Мне надо идти. Труба зовет. And you better play nice together. А вы ведите себя хорошо. Как всегда. Yeah. Ага. А я пойду работать в свою комнату. Ага. И не спеши выходить. Итак, займемся списком для тусы. Что у нас тут есть? Better pack for the party. Так, список вещей. Поискать хавчик, найти напитки, попросить денег у папы, найти плед. What if Jen came over? We can build a fire and... Dude, stop. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic. Когда играет Майнкрафт с своим другом Ноем. Playbox. За книжка. Я небольшой любитель машин. Но эти тачки реально крутые. Так, остатки еды, что вот с собой, наверное, заберем, да? But he orders it anyway for us. Нет, походу не возьмем. Так, стоп, диван. Сесть. If things go well. Если все пойдет путем, стоит мне проводить сюда Джен? Вдруг она не понравится папе? Или он ей не понравится? Или что еще хуже, она поладит с Даниэлем? Чувак, хватит. Ты же с ней даже не встречаешься. Пока что. Ладно, посидели. Как говорится, на дорожку. Так, смотрим. Что нам еще тут? Что тут у нас еще есть? Опа, игрушка. Dad flips out if I don't pick up my stuff. But Daniel leaves his shit all over. Угу.
Даниэль, значит, игрушки можно разбрасывать. Бейсболка. Man, is there any more boring sport может быть than baseball? Скучнее бейсбола? But can't wait for the rain. Скорее бы пошел дождь. Like обожаю рисовать в такую погоду. По всей видимости, парень нас еще и рисует. Если every обожает, значит, может быть хорошо. The Lord of the Rings trilogy with us. That's cool. It's good to be the judge. Хорошо быть судьей. Так, что у нас судебное письмо? That's right. Папа прав. Que pendejo. Вот мудила. Да, мой английский оставляет желать лучшего. А у нас есть кнопочка. Господин Диас, граница вашего участка наезжает на мои владения, а ваши дети громко шумят и часто пересекают ее. Я много раз просил вас оставлять нормальный забор высотой... просил вас поставить нормальный забор высотой не более 1,8 метра, согласно земельному кодексу города Сиэтл, между нашими владениями, но вы до сих пор не сделали этого. Я гражданин США и знаю свои права. Даже если вы не гражданин, правила соблюдать нужно. Если вы не поставите надлежащую изгородь, я потребую возместить ущерб через мировой суд. Ваш сосед Скотт Вэн Фостер. Да, хороший соседушка, конечно. Ладно, поехали. Так, надо, наверное, харчик нам, да? В холодильнике где-нибудь. Как ты... Папа угорает по здоровой еде. Небось, скоро в Инстаграм начнет фотки постить. Банка для денег. Очень смешно, пап. Доска, что у нас тут? Meet the Diaz. Organization experts. Все в порядку. Шон, пропылесосить, убрать в своей комнате. Даниэль, навести порядок в ванной. Навести порядок на кухне. Убрать в своей комнате. Папа, убрать. Что интересно, убрать. Пицца. Шон, папа, я. Энергомедведь. Какашки Шона. Да. Кукурузный сироп. Что? Неужели папа решил что-то испечь? Так, шкафчик. Что у нас там в шкафчике? Печенье. Ага. Печеньки. Dad is like a big kid. Папа прямо как ребенок. So hyped for всегда Halloween. Так. Gotta bring some munchies. Надо захватить хапчик. О. Hope there's also like. Надеюсь, нормальная еда там тоже будет. Так, что у нас тут? Сладости для Хэллоуина, да? Заменить. Maybe this is better. Не надо. Надо чипсы. На вечеринку берем чипсы. Maybe this is better. Так, что тут у нас еще? Cross that off the list. Так, хавчик мы, получается, взяли, да? Бухло. Только фоточка. Daniel kept saying, I'm freezing. But we couldn't get him off the skis. Так, холодильник. Пиво. Так, мы берем. Bet there's gonna be a keg at the cabin. Тесто для печенья. Man. Daniel could live off this crap. Даниэль может эту гадость кушать. Газировка. Don't forget the non-booze. Так, и чё мы? Пиво или газировку возьмем? Ну мы же не пьем, да, okay. Мы спортсмены, значит газировку берем. Instead. Так, что у нас тут еще есть? Все.
Yo, that secret recipe. Папин секретный рецепт. Это просто охренительная штука. Так, паста один дома. Ладно. Новое сообщение от Лайла. Так, Лайла. Собрался уже на тусу. Отвечай, а то я своим красавцем папкой туда пойду. А, с твоим. Так, что у нас тут еще есть? Ответить. Дневник. Попроси денег у папы найти плед. Damn. Lila's so hyped up for tonight. Better hurry. Так, домашняя работа. Сейчас тут, по всей видимости, Даниэля. At least I don't have to help Daniel out with math. Ну, хоть не придется Thanks, делать математику Dad. За Даниэля. Хорошо, папа. Лицензия в рамке. He was so proud to get that. He should be. А, лицензия подготовки автомехаников. Лицензия. Так, что у нас тут еще интересного? Счет. Damn. The guy never stops working. Ремонт двигателя GTO 1970 года. Стоимость работы $1650. Стоимость деталей $974 с копейками. Итого как платье. Так, тут у нас что? Ничего. Комната Даниэля. Моя комната. Корзина для белья. Нет, сегодня не мой черед заниматься стиркой. Зубные щетки, зеркало. Ну-ка. Hey, Jen. Эй, Джен, как дела? Oh, try again, loser. Давай еще разок, неудачник. Эй, totally ты очень зачетно выглядишь. Oh my God, stop. О боже, прекрати. Эй, you wanna... Хочешь ко мне под плед? Hey, Jen. Эй, Джен. Do you wanna Хочешь hang out sometime? Потусим вместе как-нибудь? Not bad. Неплохо. Remember, помни. Don't be too thirsty. Не будь слишком навязчивым. Так. Плед найти. Найти плед. Найти плед. Киноплакат, аудиоплеер, художественные альбомы. Ну, вообще, йоу, Диз, говорят, ты на Мерфи запал. Так, а как ответить? Нельзя ответить? Ну, ладно. Asshole. Козел. Так, рисунок, космическая ракета. Thanks, Daniel. Спасибо, Даниэль. Я буду вечно хранить этот дар. Так, нам награды. Фото, скейтборд, журнал, тумбочка. Damn. Still have like 10 books. Мне осталось еще книг 10 в этой серии. I won't finish until I'm 20. Я их, наверное, годам 20 закончу. Так, тумбочка. Что у нас в тумбочке есть? Игрушка, книга. Игрушка. Oh. Hi, Gunther. Sorry. Привет, Гюнтер. Прости. Но ты останешься здесь. Так, что у нас передвинуть? Опа! Мы got these for free during sex ed last year. Возьмем на всякий случай. Not sure Daniel was ready to be. Думаю, или пока не готов стать дядей. Так. Старый смартфон. Dad wants me to keep this junk. Мама хочет, чтобы я стал утрихлить на всякий. Right. Но. Так, что, бейджик? Very funny, Lila. Очень смешно, Лайла. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Шкафчик.
У нас шкафчики там есть. Так, трубка для курения. Возьмем. Листовка. Мое первое похмелье. Папа ржал надо мной до слез, когда я вернулся домой. Так. Все, тут больше ничего интересного. Рабочая одежда, ноутбук. Ну-ка, что у нас? Ноутбуки есть. Прости, Лайла. Я не любитель селфи. Окей. Ладно. Шон, хватит уже. Ё-моё, как долго качается. О боже. Люди зря изобрели интернет. Так, пледа у меня нету. Пойдем к братишке. Братишка. Закрылся, негодяй. Dude, come on, open up. Чувак, давай, открывай дверь. Зачем? Because. Затем. Ладно, ладно. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? Чем ты там занят, доктор Франкенштейн? Ты съел мой шок-о-хруст. Don't be pissed. Не злись. You always see the whole box. Ты их целыми днями. What's with the sisters? Коробками ешь. You'll see, but not now. So don't come in. Не входи. Oh, man. А, man, как у тебя все серьезно? Может, мне скорую вызвать, пока не поздно? Может. Ладно, дам подсказку. Через три дня заценишь мой костюм. Это будет потрясный Хэллоуин. Ты пойдешь сегодня на вечеринку домой к Эрику? А Лайла там будет? Да, да, да и нет. Тебе со мной нельзя, ты еще не вырос. А вот Лайла меня бы пустила. Она ко мне относится намного лучше, чем ты. Она про меня спрашивала? I'm sorry, dude. Прости, чувак. She's cheating on you. Она на... Заткнись. I don't even care if I can't. Я вообще не хотел идти. Потому что... У меня есть чем заняться. И без тебя. Of course you do. Ну еще бы. Ты. А, закрыл негодник. Интересно, что у него на уме? Ладно, пойдем к папке. Стоп, а это у нас что, подвал? Ладно, то сперва в подвал сходим. I'm broke, so I better find some cash for tonight. Нужно добыть бабла на вечер. All right, Dad. Where do you put так, the blankets? Папа, куда ты сунул все пледы? Лыжное снаряжение. Елочное украшение, старая коробка, скорее всего, старая коробка. Oh. Лам. Плед. Вижу. Thank God I don't have to take one of Daniel's. I'm sure Dad won't miss one. Надеюсь, папа не заметит пропажу одного пледа. Женский вот. А зачем им женский велосипед? Dad should just. Наверное, маме, да, был. Папе нужно продать этот второй велик. Понятно? Это момент. That you, choco thief? Это ты, шоколадная воришка? Yeah. Yeah. Ага, ага. Don't get too excited, kid. В твоем голосе столько энтузиазма, что ты аж... Hey. Эй, since you're creeping around, раз уж ты здесь шаришься, can you pass me the wrench in the подай top ко мне гаечный red, ключ из красного шкафа, он в верхнем sure. ящике. Конечно, сейчас. Тут нет гаечных ключей. Эх, чёрт, значит он в другом месте. Осмотрись-ка. Он точно был где-то здесь. Мне нужен гибкий ключ на 16. Чёрт. Именно так я и хотел провести вечер. В общем... Ладно. Сэм came by the garage today. Told me to tell you hi for him. How's his leg? Well, you know,
Old fossils like us don't heal the way you do. Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Закончили диалог. Так, трещоточный на 16, да? Это что у нас? 18. Это у нас 16, но не трещоточный. Hey, son. Эй, сынок, ты нашел гаечный ключ? Вот он, вот он. Hold your horses. Не торопи, я ищу. Ну, принеси, как найдешь. Так, ну я по всей видимости взял. Hey, I got it. Он нашел. I think. Кажется. Hmm. Wrong size. Размер не тот. Мне нужен на 16. Я не успел глянуть, какой он. Ладно, ну-ка вот еще раз посмотрим. 18, 18. Вот это, скорее всего. Одна, hey, вторая. Did you get your English midterm back? Yeah. I got a B. A B? Вот он, четверка. Но ты же говорил, что такое крутое сочинение написал. Ага, по-моему, мисс Кэллоуин предвзято относится. На, папа. Yes. Да, это он. Искал ты, конечно, долго, но справился. Я сделаю с тебя механика, вот увидишь. Ага, ага. Так дай-ка я сейчас затяну его... Ага. Ты все-таки решил заглянуть к своему старику и вместе с ним покопаться в движке? Угу, типа того. Знаю, это не твое. Но какую-то профессию тебе придется освоить. Неважно, художником ты будешь, спортсменом или механиком. Любишь ты вкалывать душу в любое дело или нет? Стараюсь. Я просто не знаю, чем заняться. Тебе всего 16 лет. Если успеешь найти свое. Поверь, тоже сразу определился. И... Ты счастлив? В смысле, тебе нравится тут жить и работать? Ну, конечно. У нас все отлично. Может, когда-нибудь я выйду на пенсию и вернусь в Мексику. Пуэрто-Лобос. Но до тех пор... Эту песенку я уже слышал. Даже не знаю, зачем я чиню для тебя такую классную тачку на выпускной. Она классная. Просто не привык водить. Давай привыкай. Иначе поедешь со своей подружкой на выпускной на 30-м автобусе. У меня прям что на день, то свидание. Даниэль мне вечно всю малину обламывает. Ему 9 лет. Для этого и нужны родные. Сейчас в нашей стране страшновато жить. Ага. Кстати, а я все гадал, когда ты спросишь. Тебе нужны деньги для сегодняшней вечеринки, так? Давай только честно, без вранья. Ты их потратишь спиртное? На травку? Ну, мы честны. Да, наверное. Но мы будем отмечать дома, и никто потом никуда не поедет. Клянусь. Но рано или поздно все разойдется по домам. Так что да. Вы с Лайлой не садитесь в машину к тому, кто еле стоит на ногах. Охренеть, 40 баксов? Серьезно? А почему бы и нет? Ты хорошо подстриг газон. К тому же я рад, что ты дал честный ответ. Спасибо, пап. Будь осторожен. Больше я от тебя не прошу, хорошо? А то молодежь любит искать приключения на свою задницу. Когда ты был в моем возрасте, ты часто ходил на тусовки? Извиняй. Все, что случилось в Мексике, останется в Мексике. Беги давай, пока я не передумал насчет денег. И прогляди за Даниэлем, пока ты еще дома, ладно? Ладно.
Спасибо, папа. Эй. Not so fast, Shawnee. Шон, не спеши. Don't you think your papa? Может, обнимешь свою папулю перед уходом? Okay, have fun. Ладно, иди веселись. Только не слишком сильно. Ладно. Promise. Обещаю. Пока, я люблю тебя. И я тебя люблю, сынок. I bet dad had a pretty wild teenagehood. Even though he won't tell. Looks like I got everything. Better pack it all up. Так, I would be fucked if I had to help dad in the shop. Машина. Кстати, а что у нас за тачка? Будет непривычно ездить в своей машине. Зато я смогу покатать Джен, если она захочет. Так, что у нас тут за книга? Я пытался прочитать. Революция на заднем дворе. Автор Мэгги Нильсон. А папа любит всякую хрень про политику. Ну да. Фото. Папа всегда мечтал открыть свою автомастерскую. Я горжусь им. Правда. Инструменты. Офигеть. Тут целый магазин инструментов можно открыть. Циркулярная пила. Я этой пожилой однажды чуть палец не отрезал себе. Так. Ну-ка, рисунок на стене. Даже не верю, что папа просил меня разрисовать эту стену. Хотя, конечно, он и Даниэля попросил. Так, мы все собрали. Где наш рюкзак? Нам надо все упаковать вроде, да? Так, уложить вещи. Finally, ready to go. Так, все готово. Осталось зайти в Skype с ноута. Кстати, в комнату папа, ну-ка зайдем. Никогда сюда не входи. Не очень-то и хотелось. Ну да. Так, скайп. Здорово, Лейлас. Погоди-ка минуту. Так, куда же я? Погоди. Так, привет. Ты добыл все вещи из своего наручного списка? Ага, все уже в рюкзаке. Батя мне подкинул немного денег, так что нам хватит на вечер. Если мы захотим купить еще что-то, если вам, Джен, понадобится что-то еще... О-ля-ля. Так, шутки в сторону. Что ты скажешь Джен сегодня вечером? Ну, не знаю. Обсужу с ней концерт, который был на прошлой неделе. Узнаю, что ей нравится. О боже, ты и фразы небось научил. Она тебе реально нравится. Она супер клевая. А ты супер милый. Просто будь самим собой. Этим ты и нравишься. Шон, я доделал, смотри. Я сделал кровь для зомби. Кукурузного сиропа, пищевого красителя. Эй, Лайла, привет. Даниэль, ты ж с моей комнаты. Ну я просто, Отшил браться. В общем, Шон, ну ты и козел. Чего ты взялся на него, но... Я не хочу бы... Да, с братиком, конечно, он жестко. Прости. Я извинюсь перед ним. Он знает, что я порой веду себя как мудак, я просто нервничаю. Ой, да брось.
Мы там оторвемся по полной программе. Может, сегодня тебе повезет? Не сглазь меня. Сглаз? Да я тебе удачу приношу, лошар. Так, во сколько ты заедешь? Мне осталось только попросить у маман ключи от машины. Надеюсь, мне не придется слишком сильно врать насчет вкуса. Мне уже улетело за прошлый раз. Не попадайся на этот раз. Офигеть. Джен запостила свой наряд на сегодняшний вечер. Что? У себя на стене? Зацени, она наверняка тебе привлечет. Ну-ка проверим. Ого. Ну и прическа. И правда, ого. Я точно говорю, она тебя звала. В смысле, какое отношение ее фотка имеет? А, еще узнаешь. Я все вижу, Шон. Какого числа будем свадьбу играть? Ой, да брось. Это просто сердечко. Мне нравится ее прическа, ясно? Только всего? Ну, конечно. А что у нас там в окошке? Погоди минутку. Там на улице что-то случилось. Ты о чем? Эй! Ты мне футболку изгадил, мудила. Да что такого? Хэллоуин же. Эй, не смей трогать моего брата. Ты понял, Брэд? Иди нахер, Диас. Он заляпал своей искусственной кровью мою футболку. Гляди. Я же сказал, что это не нарочно. Оставь нас в покое. О да, идите прячься у папаши в гараже. Сыкуны. Тоже мне. Угу. Вот он, первый наш выбор, да, такой? Не, ну парнишка негодяй заляпал футболку-то на самом деле. Чё, ты кровь заляпал? Но я не нарочно. Правда. Да он даун сраный. Иди, что бывает, когда ты меня не слушаешь. Папа сказал тебе не выходить со двора. Знаешь, он знает. Я просто играл в зомби и забыл. Правда. Правда, ой-ой. Отнеси за сосунка в люльку. Ладно, Дэниэль, пойдем. Да, идите к папочке. Сыкуны. Сразу видно, почему мамаша ушла. Ого! Шон, ты его ударил. Иди в дом живо. Тебе конец. Ты сядешь в тюрьму вместе со своей сраной родней. Лузеры. Что происходит? Даниэль, иди сюда. Шон, его ранили. Заткнись и отойди. Ложись на землю. Постойте. Этот парень избил моего младшего брата. Ложись на землю, живо. Руки за голову. Да что за херня? О нет. Шон, что происходит? Ложись. Пап, мы ни в чем не налажим, клянусь. Шон, молчи, офицер, слушайте. Пап, я хочу домой. Ага, вот что вначале произошло, значит. Вы не обратили внимания, кто это? Даниэль был или этот? О, черт! О, нет! Нет! Даниэль! Эй!
Очнись. Даниэль, очнись. Надо уходить. Скорее. Решение игрока влияет на сюжет Life is Strange 2. Ваши поступки приводят к определенным последствиям и меняют мир вокруг братьев. Выбирайте с умом. Угу. Неподалеку от национального парка Mountain Rainier. Два дня спустя. Да что они, получается, два дня уже где-то ходят, что ли? No, man. Нет, чувак. Здесь останавливаться нельзя. Надо идти дальше. Не дуйся, ладно? Пойдем. Но... У меня ноги болят. Дурацкие ботинки. Мы уже 4 дня ходим. Что? Всего 2. Не вешай мне лапшу на уши. У меня спина болит из-за того, что я спал под этим дурацким мостом. У меня тоже. Я тоже там спал. Ладно, перестань. Бесит, когда ты себя так ведешь. Вот что такое настоящий поход в лесу. Это тебе не дома сидеть, в своем комнате. Это настоящее приключение, верно? Ну, вперед. Нам пора в путь. Я серьезно. Где папа? Даниэль, ну давай, we gotta go. Пойдем дальше. Why isn't Dad with us, Sean? Шон, почему папа не с нами? Разве он не собирался с нами в поход? Yes. Да, но я уже тебе объяснял. Он не может. Помнишь, я говорил? Ну, ладно. Но я уже устал ходить. Лучше бы я сидел в своей комнате. Понимаю. Эй. Зато нам не придется идти в школу в понедельник. Круто, да? Да. Слушай. Все будут просто в шоке, когда узнают, как далеко ты прошагал. Правда? Правда? Спорим, папа тоже будет в шоке. Как думаешь, сколько мы прошагали? Сотни миль? Да небось уже 200 миль, судя по ощущениям. Оу, вот это класс. Но в следующий раз, надеюсь, папа даст мне хорошие ботинки. Типа твоих. Чувак, Бигфуту не нужна хорошая обувь. Я бы хотел быть волком. Вот бы мы были волками. Ага. Тоже вариант. Только... Тебе нужно поработать над воем. Эй, знаешь что? Давай узнаем, сможем мы дойти до конца без единой жалобы, а? Ты назначен никогда не ноешь? Я не ною, я тебя осалил и бега, тебе водить, нетушки, так нечестно. А мне пофиг. Ладно, тогда я зомби, и я тебя съем.
Я думаю, это отличный момент для того, чтобы сделать паузу этого эпизода. Хотите или нет продолжения, пишите об этом в комментариях. Я буду ждать. Интересно ваше мнение. Ну, надумаю, досмотрим этот видеоролик и на этом закончим на сегодня. Шон, гли, что это за знак? Мы уже пришли? Чувак, хватит. Знаешь что, я запрещаю тебе произносить фразу «Есть, сэр». Когда мы придем, ты узнаешь об этом первым, лады? Я тоже устал и проголодался. Послушай, похоже, это отличное место для лагеря. Спорим, мы не первые, кто тут ночует. Жутковато. Здесь никого нет. Тут даже машины не ездят. Мы заночуем здесь. Я буду охранять тебя. Ну что ж, на этом закончим. Повторюсь еще раз, если хотите предложения, пишите в комментариях. Если вас что-то не устраивает, тоже пишите, мне интересно ваше мнение. Ну, я думаю, на этом мы и остановимся.